Приветствую вас, друзья, с вами Вирус, и мы продолжаем играть в Mountain Blade. Ну что? Ладно. Конан, по всей видимости, в плену. Но у него наделов много, пусть выкупает себя сам. Не, если мы посредника сейчас встретим, обязательно выкуплю Конана, все будет хорошо. Я, кстати, не пойму, почему Кислив именно Шревел так активно пытается вернуть себя. У меня, кстати, прибыли сейчас не так много. Ну да ладно. Почему он не трогал Штормстад? Торсхафен, что тут? Что тут интересно? Ага, тут несколько князей. То ли к походу готовятся, то ли еще что-то. Бояр. Их немножко, но... Что-то они из себя могут представить. А ну-ка, давайте. Че, преследуйте меня? Пленных. Боец разлома. Да, нету среди... Среди вас. Вот, отлично. Отбили одного чепенца от стаи. Хотя нет, смотрите. Блин, у него еще два. Ну ладно. В принципе, перевес не такой великий. У нас есть шансы на победу. Все на холм. Здесь, если что, натиск его кавалерии не решит ничего. Совсем не решит, совсем прям ничего. Поэтому спокойненько идем. Ай. И не достал до лошади. На самом деле, с ружьем бы я сейчас поэффективнее бы это все дело делал. Посмотрите, сколько этот медведь может вынести урона, прежде чем упасть. Блин, я своей лошади в голову. Вот это вот фатально. Потому что сейчас, если натиск по мне пройдет, и рядом не будет камня. Но кавалерия, хорошо, что не собирается на меня идти. На меня собирается идти вот эта вот пехота. Давай! Ну! Этого я успел убить, но мне прилетела, по всей видимости, стрела. Нет, стрелец. Пуля. Пуля дура. Это да. Эй, кровавый рыцарь, ты чё? Эй, блин, ну... У меня и не так их много. Красавец, медведя иди. Оседлай медведя. На мишку садай. Давай. Садись на мишку. Блин. Ранили его, но хотя бы не убили. И то радует. Эх. Как я своему коню. Блин, надо было, наверное, не включать вид от первого лица. Конь своей мордой подлез. И всадили ему пулю. Ладно. Не хочется сейчас
если честно, смотреть до конца битву. Вот как они так далеко к нему пришли на подкрепление. Вот сейчас точно не придут. Никто к тебе не придет. Поговорить не хочешь? Ну как хочешь. Тогда ты погибнешь. Так, все идем сюда. Давайте, наверное, спрячусь лучше за камень, чем за лошадь. Иначе, если не враги, так я сам свою же лошадь пристрелю. Что-то они не погибают. Обычно сотки достаточно, чтобы лошадь слегла. Так, давайте в атаку. Мне нужна лошадь. Тыц. Тут горят дерзкие стрелки. Обзавелись. Так, пропустите. Главное сбить его было. Так, идет подкрепление. Вот здесь будет... Ой-ой, копье! Тактику мою используют, за камушек прячется. А? Мерзавец. Так, конь здесь... Конь совсем непригодный. Для чтобы... Блин, ёп! Твою дивизию, камень. Лучший друг любого всадника. Айс. Зеро хп практически прорвался. Ой-ой-ой, посмотрите, что она делает. Просто магия. На вираже. Так, вот хоть чуть-чуть кавалерия у меня появилась. И уже как-то повеселее стало. Вообще, вот я вспоминаю те времена, но во время осад в первую очередь я слил свою кавалерию. Ой, и, конечно же, еще больших битв масштабных, когда преимущество было, блин, в 3 раза, а то в 4 раза. Боярин скрылся. Но мы ослабляем группировку сил врага в этом регионе. Регион падет. Но я отвлекаюсь от своей цели. Покорить прекрасную леди. Да не сочтет это за оскорбление хаоситской красавицы. Так, иди сюда. Вы там мне дерзили, говорят. Не, они очкуют теперь. О! Вот этот вот станц. Сейчас мы с тобой станцуем. Алексей еще какой-то присоединился к тебе. Ну, блин, а 2 раза перевес. Опять же, без кавалерии. Без той, так сказать, кавалерии. Это уже чуть сложнее делать. Ну, давайте на холмик все лезем. Все идут на холмик.
А у него опять, блин, кавалерии. Дофига и больше. Надо менять фланг. Зато у него пехота, бомжи, конечно. И стрелков нету. Что позволяет мне сделать вот так вот сейчас. Лошадей будет быстрее перестреливать. И, всадников надо будет выцеливать. Поэтому выстреливаем кавалерию пока. Хотя, блин, от лошади далеко отходить нельзя. От лошади отходить далеко нельзя. Сейчас тут будет жарища. Так. Так, ну кавалерию я на себя выманил. Отлично. Большая часть кавалерии сосредоточена сейчас на мне. Нет-нет, он зависла. Эти ищут лошадь. Эти парни ищут лошади. Сейчас он залезет на корову. Кислевит на корове, блин. Кислевит на корове. Гасите этих последних. Ну, кстати, у него подкрепленница тут. Ну, бомжи. Пехота бомжи в основном. Эх, на вираже. Хоп, гоблин рай. Ой, тут еще подкрепление. А, ну да, их же. Тут-то небольшое преимущество есть. В численности. Все. Все, прощайтесь, духи. Кислевиты уже даже бегут. Хотя вон какая-то пуля оттуда прилетела. Похоже, за вон тем камушком спрятался. Причем простреливающий сквозь камушек. Коварный лучник. Ой, посмотрите, что за коварный лучник. Мало того, что он прятался, еще и блочить, еще и вот перед моим ударом лишь решил упасть. Уклонялся, убегал. Но не суждено ему было выжить. Так, и кстати говоря, будет вторая волна. Так. Продвигаемся сюда. Продвигаемся сюда.
Я пока в качестве разведки. И что? И где ты? Ты стоишь, что ли, опять? Ну да. По всей видимости, все бояре погибли. А без ком... Хотя нет, бывало, они стоят и с боярами. Это... Вот тут я... Доподлинно объяснить не могу. Такое поведение. Странное. И, кстати, тут много стрелков и бомжей. Ну да ладно. Посмотрите. Просто тут лучников тьма. Кавалерия. Вас мало, но вы в тельняшках. Пехота пока дойдет. В пустыне, блин. Да, мою кавалерию еще сейчас попорежут. Потому что реально, пока пехота дойдет. Кому-то он, например, псов в пустыне всех перебили. Хотя один он ранен только. А остальных псов. Ой, хорош, хоросит. Да. Стрелков тут просто тьма была. Просто стрелковое царство. И моя старая армия, созданная из... под копирку, можно сказать, бретонских формирований. Из кавалерии. Так, бояре скрылись. Шикарно бы все зашло, если бы они не скрывались бы еще. Так, Кетхрон. Давай с тобой поговорим. Антоха, кстати, же прокачался, по-моему. Расскажи мне о своих навыках. Тебе, в принципе, силу надо качать. Снуц. Силушку. Голиаф. Я не помню. Ну, на всякий случай зайдем, отлично. Не зря зашли. Так, к тебе мы заходили. Азулук. Ты качался уже. Зокзак, по-моему, нет. Да. Качаем тебе мощный удар еще. И обычных бойцов прокачу. Блин, конечно же, отвлекаться на вот этих редисок, которые пытаются все время нападать на меня, не совсем хорошо. Это значит, я не смогу толком сосредоточиться на том, чтобы угождать бате. Так, здесь тоже нету Конана. О, боярин, ты чё? Смерти захотел своей. Хотя тут, смотрите, боярин Дерегун идет. Мы снова встретились, да. Сдавайся или умри. Достаточно планов к оружию. У меня, кстати, хпшечки немного. Ой, а вот здесь-то хорошо зайдет на самом деле. Ой, блин. Копья. Копья, копья, копья. Копья. Уходим от копий. Блин. Уходил от копий. Грёбаный всадник. Стрелок, который просто тупо решил пострелять с места. Не умеет он стрелять. И лезет, куда ему не нужно. Так, ладно, давайте. Этого боярина. Блин, а Дерегун к нему присоединился, представляете? То есть в этот раз Дерегун, капитан. Так, это все. Все. Сдавайся, теперь Дерегун тебя не спасет.
Какой-то странный пацан. Без тактических действий. Сразу что ли в атаку? Давайте сюда. Или нет, в этот раз он тактику начал использовать. В этот раз все по феншую. Так, слазим. Давай. Давай. Стрелки. Покажите ему. О, отлично. Хорошо, заходим. Да ёптель-моптель. Даже проскакавший мимо всадник ничего мне не сделал. Зато этот лучник. Ах. Вновь куча, блин, потерь. Не дают мне толком армии. О, Биорк, давай. Топором своим. Накажи их всех. Накажи их всех. Кавалерии, кстати, у меня практически не осталось. Вся надежда на стрелков в поиске и убийстве конных всадников. Конных всадников, конных стрелков. Красавец. Угу. Я думал, пушка валяется, думаю, огр что ли уже мертвый. У меня вот опять же, у меня было куча огров, гигантов и кавалерии. И даже я как-то не заметил, когда этой армии не стало. А это чувствуется, очень сильно чувствуется. Скрывается этот подлец. Мушкетки и слева уходим. Часть воинов готова к повышениям. Блин, опять я не успеваю добраться до города Кислева. Существо, дух. Кто у нас еще готов повыситься? Аннигилятор. Двести. Блин, ну... В свое время я бы помог. Но сейчас вся фишка в том, что я не потяну. Я просто не потяну. Ладно, уходим. Давайте на всякий случай сохранюсь. Я хочу пойти все-таки на города. Ну, как не войной, конечно же. Хотя предлагали мне пойти войной. Но войной не вариант. На хаос. Хочу пока с ней замириться. Давай, 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 давай. Ускоряйся. В темпе вальса. В темпе вальса на гору Венир. Для начала. Для начала на гору Венир. Так, давай. Так, городские действия. Тут ничего нельзя сделать. Пойти в замок. Кстати, а как зовут батю моей прекрасной ведьмы? Жрица, 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 жрица. Не ведьма, а жрица она. Баутея.
Лорд Хрог... Топор демонов, да, все точно. Топор демонов. Так, так. Эц. Пум-пум-пум. А, так, топор демонов. Пути он должен быть недалеко от Бирка. Ага. Горишь недалеко от Бирки, да? Бирка. 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 Еще не... Еще говорите... Блин, скажите, что... Хотя нет, вот она, Бирка. Что парень, которого я не спас, это мой будущий зять. Точнее, не зять, а тесть. Недалеко от Бирки, я не вижу его. Орда Хаоса. Тоже Орда Хаоса. 3500, да пошел он нафиг. Тем более за такую сумму предлагают копейки. Так, ладно, давайте в крепость Рока зайдем. Там, может, сидит какая-нибудь прекрасная леди. Кстати, замок интересный. Симпотный такой. Но прекрасной леди здесь нету никакой. Чтоб поинтересоваться. Где мой тесть? Вот бесцельно туда-сюда сейчас хожу. Ищу тестя. Недалеко от Бирки. Одни патрули и орды хаоса. Недалеко, хотя, блин, недалеко от Бирки это зачастую иногда очень такое расплывчатое определение. Давайте на гору Венир снова зайдем. На рыночную площадь. Тут сольем вот этот хлам. И купим поесть, потому что продовольствие-то чуть по чуть стачивается. И вновь заходим в замок. Давай, 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 не тупи. Куча этих ошибок. А где прекрасная леди? Так, ладно, ты тоже справляешься с этим. Торсхафен. Ага. Горишь. Так. Торсхафен. Торсхафен это... Ух ты! А так-то он сюда как раз скакал. Давайте, чтобы время не терять. Хотя он может поменять, конечно, направление, но он однозначно идет сюда. Первый раз он был возле Бирки. Орда Хаоса. Не-не-не-не-не, иди нафиг. Вообще, вот он. Тестюшка. Насколько ж ты слабый, блин. Может, это и хорошо. Мы, так сказать, посерьезнее него. И он будет заинтересованнее. Хотя вряд ли он, конечно, будет заинтересован. Тут это не учитывается. Где он? Мне нужен свет. Вот он. Топор. 9% у тебя все хпшечка. Так, мы снова встретились. Так, пум-пум-пум. Наедине, ну. Не хочешь? Ну как хочешь. Хотелось. Тр-ти-ти-та-та. Молоденьким девушкам легко. Блин, опять не хочет. Так, и турниров всяких нету. Давайте задание возьмем. Не уступите ли вы мне ненадолго?
Он хочет Бьорга. Ёптель-муптель. А у меня еще и плохие отношения с ним. Задание? Я такое задание никогда в жизни не получал, кстати. Или мне нужно поговорить? А ну-ка. Отряд. Бьорг, Бьорг, Бьорг. А, Бьорг сам ушел к нему. По всей видимости. Но Бьорга нету. Хотя знаете, что я думаю? Ты мне, конечно, тесть, возможно. Но мы лучше вместе с тобой каких-нибудь чертей просто погоняем. Я похожу с тобой рядышком. Тем самым лучшим отношением. Я не знаю, с чего у нас с тобой плохие отношения. С какого такого бока и перепуга. Тесть, мы с тобой джиш. Силь. Блин, а у меня тут племена эти слабенькие. О, тестюшка, давай, давай, давай. Тесть, ну что ж ты такой, ячкун? Давай, крестьян, крестьян, давай хотя бы. Я бы, конечно, не отказался, если у тебя было бы хотя бы соточка бойцов. Ну давай, ты должен первый просто их поймать. Нет, Конан жив. Конан жив, он здесь скачет, он не в плену, поэтому все нормально, даже не нужно посредника искать. Давайте, давайте, догоняем эту дичь. Мои сейчас их поймают. Прекрасно. Зять присоединяется и... Точнее, фу, что я с зятем? Я его взять буду. А, хотя, поймали его скауты мои. Поэтому, может быть, и ничего у меня не будет по поводу отношения и лучше. Кстати, я был на горе Винир. Хотя я не дошел, я перезагрузился. Я просто к тому, что надо было хотя бы наемников посмотреть. Нормальных. Ой-ой-ой. Так, наверное, надо, кстати, боевого коня мне купить такого, знаете. Хотя, блин, у меня Кирин есть. Зачем мне боевого коня покупать? А может, и стоит кого-нибудь пожирнее, чтоб натиск у него был. Хотя бы. Чтобы хотя бы натиск был у него. Продолжить. О, мед. Мед, боевой дух. Хорошая штука. Остальной хлам можно даже не рассматривать. Да. А с моим тестем не получилось задружиться. Так, есть задание. Есть одно дело, в котором вы могли бы мне помочь. Суть в том, что один негодяй, известный под именем Рурки Суслик, убил моего человека. И с тех пор скрывается от правосудия. Я не могу. Так, убийца в деревне Хиарот. Окей. Ладно, так и быть. Согласен. Согласен я на это заданница. Пойдем сейчас в Хиарот. Это, я так понимаю, где-то... Конечно же, в хаоситских землях. Далеко и очень... Очень далеко. А чё ты так прёшься? Так быстрее, что ли, будет? Давай хотя бы в город зайдёшь, наймёшь. Хотя... Давайте, ладно. Хауситов нанимать... Понятное дело, что лучше бы там кровавых рыцарей каких-нибудь там, но у меня их нету. В смысле, их нанять нельзя, их только из плена можно освобождать. Ну и понятное дело, пока с этим... О, кстати, знаете, что я хочу еще посмотреть?
По поводу, что-то мне кажется, что у моего тестя... Блин, не то. Пум-пум. Та-та-та-та-та. Устарело. Какие у него наделы? Наделы. Или, в принципе, можно посмотреть флаг вот так вот. Хотя у него, смотрите, крепость душ. У него совсем другой. Что за бред? Почему у тебя другой или... Ладно, сейчас разберемся. Что-то не совсем у меня сходится. Иди в бирку. Что-то дебет скребет там у меня не сходится. То ли кредит не тот, то ли дебет не туда. Шревел-то садили опять. Нанять добровольцев, двух северян. Припасы. 6, блин, нафиг она мне не нужна сейчас. Давайте Скорлум. Скорлум. Добровольцы. Нанимаем. Припасы. Хорошее такое место, но это мне все не нужно. Так. Тем более я сейчас на горе буду. Сейчас зайдем в таверну, посмотрим местных колоритных наемников. Есть что? Дарий ученик. Дарий ученик. У тебя я, в принципе, закупался. У тебя такого, чтоб меня сейчас... Поразила нету. Ручная пушка только если скорость. Нельзя использовать верхом. Урон 47. Но говорят, у Кира получше пушка. И поинтереснее. Гномий дробовик. Вот дробовик можно гномий попробовать. Вот у него, мне кажется, будет интересна эта штука. Давайте возьмем. Стоит тем более не так дорого. Гномий пистоль. Рунный мушкет я тоже так-то покупал. Шестистволки, вот эти, это все фигня и для мажоров. Фигня все это. Тем более этот дробовик можно использовать на коне. Сигизмунда. Меч Сигизмунда. Радиус действия 130, скорость 110. Бонус. Power Strike силы 12. В принципе, теоретически этот меч может даже будет поинтересней. Давайте возьмем его, а чё? А почему бы и нет? Меч Сигизмунда. Берем. Попробуем вместо вот этого. А гномий дробовик мимо. Мимо. Вместо моего рунного мушкета. Так, а вот это вот так вот. Давайте, наверное, конями отгородим. Чтоб я случайно не продал. Хотя Киен тоже так-то нежелательно продавать. Вот так вот. Прекрасно. Все. Не зря уже сюда сходили. Посредничек есть. Давай. Я тебе продам. Вот этих вот. Хлопцев. Да, на самом деле, я помню, в Ванили я только продажей вот этих пленных и зарабатывал. То есть это... О, вожак мародеров. Возьмем их. Да. Это очень прибыльное дело. А здесь, конечно, не так. Унгор. Так, давайте теперь закупим продовольствие. Хлеб. И фрукты. Уходим назад. И давайте направиться в замок. Узнаем, где моя прекрасная леди. Может, замок тут сменился. Хозяин. Давай. Хитс. Не, я не твой горячий поклонник. Так, жрица, жрица. Жрица Баотея. Крепость душ.
А кому принадлежит тогда крепость душ? Вот. Поселение. Крепость. Душ. Лорд House of Фурим проклятый? А какого фига? Она у него. Дома делает. Жрица хаоса Саратин отец, а лорд хаоса Хрогрид топор демонов мать. Ну бывает так. Жрица, двоюродная родня. Она его двоюродная родня. Поэтому он ее, получается, под крылом держит. Или даже у бати ее нету наделов, по всей видимости. Да. То есть Архаон, он правитель. А батя все-таки здесь не написано, потому что у него ничего нету. И его родня вынуждена перекантовываться у двоюродной семьи. Да, бывает такое дело. Выбрал себе. Вот, ну, так всегда на самом деле. Либо дочка красавица. Как говорится, да? Либо там еще какой-то подвох. Так. Ну, в крепость душ мы еще обязательно заглянем. Там, кстати, при, так сказать, версии были такие, выдвигались, что загляни днем. Типа порядочные девушки ночью не встречают парней, но это точно не про жриц хаоса. Ну вот мы сейчас днем, утром. В принципе, утром уже все. Уже все все тут делают. Все себя хорошо чувствуют. И да, только ее мать. Уходим. Ну давайте в ВОЗ зайдем, раз мы тут все равно. Нанять добровольцев. Северян. У нас такая хаоситская армия получится. Хотя, в принципе, в кавалерию, если качать, будет нормально. Не в пехоту даже хауситов начнем, а в кавалерию. Надо начать, кстати, отлавливать всякие орды Кислева. И, кстати, штурмом еще не начали брать город. Это значит, хотя они могут ждать еще стоять. А может, Конан отбился. В общем, давайте наймем добровольцев. И поговорить со старейшиной. Так. Эх ты. Ну да ладно. Ищем тогда. Чужеземцы приходят, чужеземцы уходят. Он однозначно... Вот он, хлопец. И, кстати, моя свита в этот раз не хочет идти за мной. Ну, а пробуем мой новый меч. Просто его пристрелить, кстати. Нельзя. Как видите. Ой, а дробовик-то двухзарядный. Я же забыл, что я сменил на дробовик. Долго перезаряжается, конечно. Но тема крутая. А ну-ка сейчас. Так, вы меня не за того приняли. Тогда опустите меч, если вы ни в чем не виноваты, то и бояться вам нечего. Сейчас мы поговорим с вашими соседями, и если они все подтвердят, я двинусь себе дальше. Ой, дружище, я никуда не уйду. Сегодня вам придется сразиться за свое серебро. И все. Ти-ри-ри-ри-ри-ри. Все, залазим на степного коня. Припасы. Сушеное мясо, дешевое зерно. Давайте сушеное мясо возьмем. Уходим. В общем, ну нормально. С батей чуть улучшили отношения однозначно. Теперь возвращаемся к нему, ищем, где он там ходит, бродит. Этот бомжаров, блин, без определенного места жительства. Берем там новое задание, улучшаем отношения. В общем, будем крутиться, вертеться там, как можем.
Ну, на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До следующего видео.